Добрый день, с вами Аграфина, мой канал Магика Доста. Подробно обо мне можно узнать на моем сайте, в шапке профиля, в Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм канал. Сегодня у меня гадание по неделям по знакам зодиака, вторая половина. 10-16 июля, это Девы, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи. Начинаем с Девы. Помним, что на нашу жизнь каждый день влияет Солнце, мы просыпаемся, потому что привязаны к этому ритму, засыпаем, потому что оно садится за горизонт. Также влияние астрологических планет, комет, высших сил есть на каждый, на наши эмоции, события извне, здоровье, ум, наши биоритмы, физические ритмы. Но также помним, что мы можем магией исправлять это все, улучшать и негативные какие-то моменты нейтрализовать. Итак, Дева. Дева, король мечей, вмешательство короля, причем такой, который пытается построить Деву, что удивительно, Дева не любит подчиняться, одна из очень вредных знаков. Ну, король мечей проявляется, может, это ваш партнер знака воздуха, проявит характер, начнет вам указывать ваше место, посмотрим. По работе, вау, долгожданные деньги, денежный дождь, безналичные расчеты, валюта, денежные контракты, крупная сумма денег. Даже если вы не работаете, не учитесь, то есть, если вы учитесь, это денежное как признание ваших заслуг, получение даже какой-то степени, которая принесет вам в дальнейшем доход. Шикарная карта, контракт бизнесменам, получение денежной работы для тех, кто ищет работу. Ваше окружение, императрица перевернута, ну что, Дева. Характерно, всех нянчит, всем вытирает носы, всех лечит, сама загибается. Обратите внимание, снизьте вашу активность Девы. Да? Девы очень любят спасателями работать. Надейтесь, помните, что вы лично можете надеяться только на себя. Потому что тут вы чрезмерно пытаетесь всех тянуть на себе. Состояние здоровья. Состояние здоровья это у вас хорошее, но... Это может быть бессонница, это может быть какие-то ощущения, как какое-то вот нервное состояние, какие-то кошмары, какие-то ощущения, что вас гладили, несосредоточенность, влияние магии. Ну, либо вы сами занимаетесь магией, то и почувствуете это на своем здоровье. Отшельник. Также, если у вас серьезная болезнь, рекомендовано обратиться к нетрадиционному какому-то врачу. Что ваша болезнь не вылечится обычными врачами. Так, личная жизнь, ну, какие-то переговоры. Если вы одинокая Дева, беседы, Дева недоверчивый знак, очень проницательный, вряд ли вот что-то происходит, что вас не верите партнеру, ваши разговоры как-то разваливаются, что-то не ладится. Подозрения. Обычно это свойственно самим девам. Ну, что-то недоверчивая дева. Так, отлично. Ну так, достаточно спокойная, интересная карта. Любовная любовь. Вам придется сделать выбор. Я так понимаю, что это все-таки любовные отношения. У вас есть выбор. И такое, и сякое. Не обязательно два, может быть и три. 4, 5, какой хочешь. Или появится выбор. Знакомство. Любовная любовь. Так, наши весы. Весы полны каких-то страхов. Находятся вот в состоянии каком-то крайнего упадка. Весы борются, и уже чувствуют, что заканчиваются эти силы для борьбы. Ну да. Сейчас посмотрим, что дальше, с чем это срезонирует. Тем не менее, по работе полная ясность, светит солнце, хорошая карта для получения образования, курса, повышения квалификации, заключения контракта. Хорошая карта для тех, кто работает в бизнесе, связанном с семьями, с просвещением, всякие книги, издания, также любая наука. Ну, семейные дела. Вообще, карта в любом случае процветания. Что такое?
с чем борется. Весы сейчас узнаем. Ваша хорошая карта также старший аркан, сильное влияние. Помню, старшие арканы влияют. Хорошо что-то. Аркан позитивный. Помощь от окружения. Ваше влияние показываете. Сильное влияние. Верховного же. Знакомство с верховным жрецом, который сильно влияет на вашу жизнь. Также оформление каких-то важных вам бумаг, документов. Даже бы сказала, покровительство. Чрезвычайно важный совет для вашей земной жизни. Помощь верховного жреца. Именно в рабочих, именно в земных делах. Так, опа, опа, вот оно, борьба. Борьба с физическим состоянием. Что-то вас вот прям вообще уматывает. Причем проблема, что либо диагноз не ясен, либо неясны перспективы. Это может быть общий такой вот упадок сил, состояние паники, в том числе. Вообще, очень внимательно относитесь к своему здоровью на этой неделе. Никаких рисков, типа там куда-то ехать или нежелательно обследоваться, потому что по черной карте возможны ошибки, какие-то сбои, что-то вам наговорят, и вы потом... Туз мечей, ну шо, весы, весы. Да, нервная такая карта. Удар. Неожиданный разворот личной жизни. То есть вы можете что-то узнать, такое, что развернет существующие отношения на 180 градусов. Чаще это причем это дается вам очень большим трудом. Не рискуйте, если у вас какие-то вялые отношения, если у вас много подозрений между вами. Эти отношения, ну там, скорее всего, что будут разорваны. А вот если у вас нет ничего, каких-то отношений, кстати, карта неплохая, может означать страстное начало отношений через постель. Ну, вот такая вот двоякая карта. Вау, еще и шут, ё-моё. Ну что, тут залет. Если кто-то не планирует залет, да, будьте внимательны. Все к залету готовится, женщина. Для тех, у кого залет, скажем так, исключен, это может быть... Внезапное расставание, а для одиноких это внезапное начало с каким-то прям рискованная связь. Начинается со страсти. Ну, кому что, кому что надо. Причем таким с трудом она вам это все переживать придется эмоционально. Можно и отстраниться. Так, у нас скорпионы. Суд. Вы принимаете важные решения. Чувствуете, как жизнь ваша налаживается. Позитивные решения в судах с различными государственными органами. Решается так, как вы планируете. Получаете все нужные вам документы, оформляетесь, легализуетесь и так далее. Все это решается. О, колесо фортуны, но перевернутое. Ваши рабочие дела, ваши материальные, денежные дела прокручиваются. Ну вот старые какие-то проблемы возникают. Не идет ничего дальше, то, что вы хотели бы. Все по-старому, можно сказать так. Если вы надеялись на скачок, на быстрое решение, не удастся проскочить. Затягивается колесо фортуны, перевернуто. Ваше состояние, четверка жезлов, отдых. То есть затишье, если какие-то вы планировали, что так с кем-то встретиться, какие-то дела в казенных домах пришать, ничего не будет, все спят, все в отпуске, ничего не шевелится, воздух не шевелится, да, можно только поехать отдохнуть с кем-то, да. Так, вестник жезлов, хорошая карта, вы легки на подъем, можете похудеть, испытываете импульсы такие позитивные. Однако эта карта может подвигнуть вас неадекватно оценить свои возможности, то есть где-то рисковать, где-то не смотреть под ноги, под до того, что травмы там какие-то мелкие, незначительные. Ну, в общем, веселье и легкая неадекватность скорпионом. Ну, к счастью, не означает каких-то серьезных разладов. Так, вестник Пентакли. Подарок в личной жизни. Деньги, прибыль в отношениях, покупка для семьи.
важная запланированная покупка, удачная покупка, прибыль, прибыль через личную жизнь, хорошее известие. Так, восьмерка. Ну, все равно поругаются. Ну, с кем они поругаются? С кем они поругаются? Так. С кем они поругаются? Работа. Вам что-то, скорее всего, что наобещали. Вот оно и крутится назад. А потом дали назад. Сдают назад. Ну, такое бывает. Так. Наши стрельцы. Стрельцы сидят ровно на попочке. Ни тудым, ни сюдым. Такая стабильность, что ли, скучная. Ну, то есть вы вошли вот такое вот тихое, спокойное життя. Без перепадов. Так, Иерофант, хорошая карта. Помощь, вы достаточно умны, либо вам помогает Иерофант, люди знающие, вы прекрасно решаете все ваши земные дела. Кстати, по Иерофанту это может быть повышение квалификации, ваших знаний, сотрудничество с Иерофантом, оформление, то, чего раньше, может, не оформляли, все, что касается именно земных дел, повышение оплаты труда связано с вашим каким-то более высоким статусом, более высоким статусом, может быть, в науке получить, защитить какой-нибудь диссертации. Потому что Иерофант — это высшее знание у нас, высшее. Хоть и перевернутое, но это все равно высшее. Так, пятерка жезлов перевернутая. Уклоняйтесь от людей, что-то от них вас хотят встретиться. Все вас хотят, но вы их не хотите. Вам, собственно говоря, надо прийти, их разогнать, поставить на место, пока нет сил, пока нет интереса это делать. Вы не хотите ввязываться, избегаете это общество. По траты. Вы слишком убиваетесь на работе. Также карта, где вам стоит больше уделить внимание, ну, вот своему быту вложиться. Поскольку эта карта источаете свои ресурсы в погоне за деньгами. Может быть, все-таки вы много работаете и мало себе позволяете в личной жизни. Ну, какая-то старая история, которая какой-то человек у вас крадет внимание в ваших отношениях. Это, кстати, в существующих отношениях не обязательно соперница, хотя, может быть, и она на хвосте сидит, опять она возникла, все это уже огорчает вас. Это могут быть дети, друзья, не знаю, папа, мама. Также это может ваша какая-то подруга, которая вам мешает, затмевает вас или сбивает вас. Не сум, такая грусть, печаль. Стрельцы, надоело, все скучно. Так, зато десятка чаш, все-таки конец недели вы проведете на каком-то празднике, в окружении людей, близких вам по духу, найдете точку, в которой вы будете насыщаться энергией, радоваться жизни, получать от жизни радости. Также, это, кстати, по этой карте вы там же можете познакомиться, начать какие-то близкие отношения, если у вас есть, нет еще пары, вернее. Так, наши козероги. Козероги, в козероге все в поиске, вокруг козерога внимание, они прямо в тусовке какой-то, и все с вами хотят познакомиться, собираются. У вас есть какой-то выбор. Но сейчас посмотрим, в чем этот выбор. Так, поработать что-то пятерка пентаклей. Деньги закончились, а работать еще долго. Также на вас могут свалить очень много задач, которые, ну, вы не должны решать, и вам надо с ними будет справляться. Также по этой карте, что расчет на то, вынуждены будете рассчитывать на какие-то деньги, которые у вас остались, и новых поступлений пока нет. Вот эта неделя. Окружение, тройка пентаклей, хорошие известия, сотрудничество со знающими людьми, важная консультация, важная информация. Смело можете идти консультироваться там у юристов, программистов,
вся эта информация будет вам полезна. Там, не знаю, риэлторов, получение, кстати, образования, получение нужных знаний, состояние здоровья. Несколько, по сути, состояние здоровья хорошее. Можете ощущать какие-то моменты, что где-то перегрелся на солнце, какие-то мелкие суставы болят, пятерка жезлов. Да, легкое раздражение какое-то может быть. Ну, по сути, не означает серьезных каких-то расстройств. Так, в личной жизни Козерогов прям двоякая карта. Туз мечей у нас всегда требует под себя много энергии. Либо он обрывает какую-то вялотекущую гнилую связь, причем внезапно. И все равно это неожиданность. Также эта карта резкого разворота. Ну, какой это может быть? Залет. Были отношения, начался. И вот, так, вот такой вот разворот, нежданно-негаданно. Также новое отношение, которое начинается со страсти, постели там и вот этих всех интимных дел. Страшна, страшна страсти, секс, секси-шмексы. Ну, заканчивается все справедливостью. Козерог все-таки взвешивает страсть страстью, но очень хорошо повзвешивал, как и рассудил очень правильно. Пришло увешанное состояние. Ну, отлично. Недолго. Недолго переживать будет Козерог. Так, ваша Водолеи наши. Водолеи устранились от конфликтов, очень хотят что-то все от вас откусить, что-то от вас хотят потревожить, как-то вас к чему-то склонить, но вы морозится. Кстати, Водолей очень успешно это все делает. Любим, умеет отмораживаться от всего. Ничего не знаю, ничего не понимаю. По работе. Отличная карта. Вы заметите какое-то важное место. Сотрудничество с Иерофантом, повышение вашей квалификации, получение научной степени. Увеличение вашего власти, включая там ваше там влияние на работе. Может быть, даже если вы не учитесь, не работаете, это проявление, что ли, вашего статуса социального, сильного такого мощного знания, карта высшего знания. Также помощь Иерофанта, человека, который очень... может быть, очень дельный совет. В вашем окружении стабильно финансово стабильный человек, финансовая стабильная ситуация, люди, финансисты кругом, решения ваших запланированные, все ваши дела, они все решатся. Особенно все, что касается земли, недвижимости, денег, документов, разрешений, всяких лицензий, виз. Очень надежная карта, стабильная. Состояние здоровья, по сути, также неплохое, хотя может какая-то противоречивая информация, если вы обследуетесь, но она не негативна. То есть разнобой какой-то. Возможно, контакты, консультации с разными врачами. Также ситуация разнообразна. По сути, стабильно, да? То есть вы, может быть, немножко на грани находитесь, но вы находите все равно в равновесии это. О, личная жизнь. Что такое? С личной жизнью у нас. Старая-старая проблема, которая же давно у вас болит. Опять вот эта вот боль возникла. Это может быть... Ну, эти 10 мечей, это 10 недель, 20 недель, что-то такое старое. То, что было когда-то, и вот оно опять возникнет. Опять эти разборки, причем такое на грани опять развала, расставания. Ну, тройка пентаклей. Вы примете такое очень рассудительное решение. Причем десятка не перевернута, ой, это не прямая перевернута, то есть не до конца этот... Эта ситуация была, есть, еще и будет. Вот, пока вы находите в этом всем, скажем так, какую-то среднюю позицию взвешенную, равновесную, пока ничего не происходит. Вот так. Так что
С вами была Графина. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.